Друзья, я приветствую вас на втором этапе Кубки на Черноземье по картингу 2021 года. Сегодня у нас 19 июня, суббота. Начались свободные тренировки по классам. Посмотрите, какая классная погода сегодня у нас в Ярославле. Жара, 30 с лишним градусов. Солнце ярко светит. Никакого облачко, никакого дождя, ничего не намечается. Поэтому этап пройдет в хорошую погоду, и, соответственно, все будет супер. Вечера, последняя тренировка на сегодня. Мы тренируемся с ротексами, сеньорами. И класс свободный еще с нами тоже. Так, воскресенье, 20 июня, тренировки.
Спасибо. Сейчас идет квалификация Rotax Max, свободный КЗ-2. Впоследствии эти классы уже на заезды разобьют отдельные зачеты, но квалификации едут вместе. Есть, успевают вроде бы по-быстрому прикрутить все это дело пластиковыми стяжками. Так, у нас начинаются официальные заезды второго этапа Кубка Нечерноземья 2021 года. И первым классом, который будет выступать, дети 4Т и класс Subaru. Номер 14, Зайцев Дмитрий. Потом Моисеев Артемий должен быть у нас на первом ряду, номер 51. Второй ряд будет Клинин Артем, номер 7. Вот он сейчас на ваших экранах. И 64 номер Захар Спилкин. А, номер 1. Щепотин Ярослав. Вот этот карт. Да. А вот Спилкин Захар, номер 64, да. Номер 26, Артем Копаев. 26. Артем Копаев. И Ястребов Макар, номер 17. Вот Ястребов Макар там стоит, что-то не выходит на расстановку. Александр Абрамов. Затем Романов Роман и Макайкин Тимофей. И субаристы. То есть. Наконец-то дождались Артемия Моисеева, номер 51 с Нижнего Новгорода. Вот он, бежит. Все не могут никак, не могли что-то они там собраться. Так. При этом Артемий Моисеев, номер 51, вообще должен быть первым, он по квалификации лучший. И сейчас все его ждали. Тайком надеясь на то, что он вообще не стартанет и все на позицию вверх поднимутся. Но не вышло. Пришлось ждать. Все, все завелись. И теперь можно уже наваливать. Погнали. Итак, второй этап Кубка Нечерноземья официально стартовал. При этом трое бойцов остались стоять. То ли их забыли завести, то ли зачем-то заглушили. Ну, поехали. А теперь Моисеев Артемий уехал от всех. И
еще на круг из-за этого их отправили. Надо бы его наказать, наверное. Отправить его назад, да? Но у нас все-таки добрые всегда в кухне Черноземья. Никто никого никогда не наказывает. Так, старт Моисеев, потом Зайцев, Ленин, 64, Сипилкин. Далее 26 номер, я Артем Копаев. Сейчас, к сожалению, я не вижу номеров. Посмотрим, как они. Ну, вот сейчас уже, я так понимаю, что Зайцев атакует Моисеева. Уже близко-близко он к нему находится. И сейчас даже, может быть, обгонит. Смотрите-ка. Обгоняет Зайцев и выходят лидеры. Итак, Дмитрий Зайцев, Моисеев, Ленин, Сипилкин, Копаев, дальше Щепотин. Номер 5 Романов, номер 9 Абрамов, номер 17 Ястребов, номер 1 Макайкин. Тем временем лидеры оторваются от остальных. И Моисеев то ли прогрел резину, то ли взял себя в руки и начинает подъезжать уже к Зайцеву. Сейчас Моисеев Зайцева, но не удалось. И был слышен удар и немножко отстал от него. И сейчас снова опять потерял дистанцию, точнее приобрел наоборот большую дистанцию от Зайцева. Итак, Романов и Абрамов и отставший от них сильно Ястребов. И замыкает весь этот пелетон номер 1 Макайкин Тимофей. Лидеры уже доехали до Макайкина. Вот наши лидеры. Они уходят на последний круг. Итак, последние повороты. И Моисеев обгоняет, сталкивается, как налетает, наскакивает на... Такая получилась перекрещивание траекторий. Таким образом, Зайцев оказывается впереди, Моисеев второй. Далее финиширует круговой Макайкин, затем Кленин, Сипилкин, Щепотин, Копаев. Потом идут Романов и Абрамов. И вот последним уже идет Макайкин. А, точнее, еще здесь Ястребов Макар номер 17, да. Итак, у нас вторым заездом идет класс ракет 120 и юноши 4Т. Первый ряд стартовой решетки. Алексей Чернаков, номер 1, ракет 120. Второй, Алексей Семенов, номер 11. Так, далее Куракин Владимир, город Кашин. На третьей позиции 17-й Куракин Дмитрий. Отец сына соревнуются здесь в одном классе. Затем у нас Зимин Андрей из Костромы, номер 41. Далее Егор Момонтов, номер 9. Ну, он ждет вот сейчас, когда его позовут. Это ракет 120 я перечислил. Далее, значит, у нас номер 1 Колгашкин Егор. Это уже юноша 4Т. 71 номер Вовка Артем. Потом номер 77 Зубарев Никита. У нас 77-х теперь у нас получается двое в заезде, да? И 74 Владислав Шмаль. Это все ребята из... Да, Владислав Шмаль из Заволжья. Зубарев и Вовк за Ковров выступают. Почему-то Ковров написано в ТСК «Спартак». Не знаю.
И Жуков Григорий, он не участвовал в квалификации, стартует с последней позиции, ровно как и Мотофигур. Вот они, два 220-ки. У обоих были технические проблемы. Итак, уже расстались на старт, но в дальнем повороте Егор Момотов дальше не продолжает движение. Что-то у него случилось там. Никуда он не едет. И все печально у Егора Момотова. Он даже не начал заезд. К сожалению, для Егора. Чернаков Семенов. Папа Куракин пропустил сына вперед. Далее 4Т юноши уже Колгашкин. Зимин на 120-ке. Номер 77 тоже, это Зубарев. 2 77-х номера у нас. Один 120-ка, другой юноша 4Т. Алексей Чернаков лидирует. Семенов, Куракин. Зимин обогнал Колгашкина. Гриша Жуков на 120-ке тоже пытается прорваться. Проходит он Вовка. И вот Вовки едут и Шмаль. Замыкают пелетон. Уже проходит Колгашкина. Тем временем Семенов атакует Чернакова. В связи с жарой количество кругов во всех классах уменьшили. Таким образом, у нас 120-ки едут 12 кругов. Жара за 30. Семенов атакует, но более выгодная траектория. Проходит Чернакова Семенов. Тот, конечно, к нему прилип. Он показывает ему рукой. Спасибо, друг. Ударяет задний бампер Чернаков Семенова и сильно отстает. Пропускает вперед. Из-за него разворачивает Зимина на торможении. Вторым идет Дмитрий Куракин, за ним Владимир Куракин, потом Чернаков и уже Жуков у него на хвосте. Дальше Зимин оказывается сзади Колгашкина, но проходит Колгашкина. Зимин уже едет. Получается, он последний из 120-х. Тем временем Гриша Жуков прошел Алексея Чернакова и вплотную подъехал к Владимиру Куракину. Снова прошел Жукова, отобрал у него ту позицию, которую отдал ему. Но они все равно борются в дальней связке. Ну, тем временем все равно Семенов безоговорочно лидирует таким образом. Дмитрий Куракин его догнать не в силах. А вот эта троица по-прежнему очень близко. Владимиру
Куракину на руку борьба между соклубниками Гришей Жуковым и Алексеем Чернаковым. Тем временем он четко идет на третьей позиции, а их борьба делает так, что они не могут ему ничем помешать. Но вот последние повороты, и так Семенов финиширует. Куракин, Дмитрий финиширует. Алексей Чернаков и Гриша Жуков обошли вдвоем Куракина Владимира. Он ошибся и пропустил обоих. Семин, Андрей, далее Колгашкин Егор, Зубарев Никита, Шмаль Владислав и Вовка Артем. Это юноша 4Т. Итак, Rotax Max Micro. У нас тут 6 участников, всего лишь сейчас в этот раз мало. Первое место, первый ряд, Кудрявцев Федор, номер 10. Второй Илья Савенков, номер 555. На третьем месте у нас Михаил Петров, номер 63. Вот он идет, сзади, торопится. Четвертая позиция у его брата Павла, номер 6. В пятой позиции находится Максим Беляков из Череповца, номер 35. И на шестой позиции Олег Цветков Даниил, номер 45, из Ярославля. Что-то отстали Беляков и Цветков. Но тем паче Кудрявцев, Савенков, Михаил и Павел Петровы. Дальше Беляков и Цветков. Они, в принципе, все стартовали четко по своей квалификации. И растянулись в цепочечку сразу. Сейчас ожидаемо может быть борьба между Михаилом Петровым и Савенковым Ильей, но посмотрим. Пока Кудрявцев Федор лидирует. Уверенно довольно-таки. Отстал у нас Михаил Петров. Я ожидал, что он поборется за третье место, но не вышло у него побороться. Он едет пятым. Даже не пятым, а последним получается. Он едет вслед за Даниилом Цветковым. А лидеры по-прежнему Кудрявцев и Савенков. И Савенков Кудрявцева-то не особо отпускает. Прошел Цветкова. Отчаянная борьба за первую позицию. Толчок. Вот сейчас проходит также Белякова. Разворачивает Белякова. Он успевает до того момента, как к нему подъедет Данил Цветков. На последний круг выходят лидеры. Павел Петров третий. Его брат Михаил идет четвертым. Далее идет Беляков Максим и Данил Цветков. 6 пилотов, напомню. И вот Кудрявцев Федор весь заезд лидирует. И уже Савенков что-то подотстал от него. Последние повороты. Посмотрим, Савенков сможет сейчас за вот эти два последних три поворота. Опять толчки, толчки, опять толчок. Но финишировал Федор первый. Илья Савенков второй. Павел Петров третий. Михаил Петров четвертый, Беляков Максим пятый и Даня Цветков шестой. Итак, сейчас заезд, совмещенный заезд Rotax Max, три пилота, и класс свободный, тоже три пилота.
Классы Rotax Max номер 7. Это Павел Гурев, щипорец. Номер 13. Ревков Артем из Костромы. Номер 9. Егор Колесов из Костромы. Артем Ревков первая позиция получается. И Павел Гурев вторая. Егор Колесов, соответственно, третья. Далее в классе свободный он Колесов едет. Что-то свободных и не видно. Никого. Так, класс свободный. Вот у нас представлен тоже тремя пилотами. Олег Макаров из Коврова номер 8 на ДД-2. Номер 13 Сергей Лачин из Мытищ тоже на ДД-2. И Дмитрий Кириллов из Владимира номер 24. У него Rotax Max. Но они все в свободном заявились. Все они стартуют у нас сходу. 6 пилотов в заезде. Ревков, Гурьев, Колесов, Макаров, Лачин, Кириллов. Все шестеро нормально стартовали, без завала, без ничего. Никаких инцидентов не произошло. И, в принципе, Артем Ревков уверенно лидирует. И Павел Гурьев наступает на пятки. Вот Егор Колесов немножко отстает. Сразу же Олег Макаров. И как вариант мастер старта Сергей Лачин под конец заезда обычно дает позиции. Всего 12 кругов. Дистанция 3 Кириллов, едучи шестым, уже атакует Лачина пятого. Как вариант, они отстали от остальных. Rotax Max держится впереди, а вот ДДшники что-то едут помедленнее. У Сергея Лачина машина скачет в повороте, жуткий передержак у него, как обычно. Вам бы такой высокий центр тяжести, вы бы горя тоже не знали с держаком в поворотах. А вот Гурьев Павел все-таки Артема Ревкова отпускать не собирается. Часть карта Сергея Лачина. Но удерживаются оба на трассе. Видимо, Сергей все-таки где-то сбрасывает сильно газ. Кириллов прям въезжает в него таким образом. Но вот они все до сих пор борются. А всего 4 круга осталось. И растянулись лидеры Ревков, Гурьев и Колесов. Уже далеко не на расстоянии атаки. Олег Макаров вообще в безопасной дистанции. Но вот эти двое борются за третье место в классе свободный. Кириллов то подъедет к Лачину, то немного отстанет. Вот сейчас пытается войти внутрь, но... Егор Колесов догнал Гурьева и атакует его. Это у нас борьба за второе место в классе Rotax Max. Кириллов тем временем отстал от Лачина, а вот Гурьев и Колесов. Во-первых, они оба отстали от Ревкова. Получается, теперь Гурьев сдерживает Колесова. Но с обгонами, как всегда, не задалось.
На последний круг они все тем временем ушли, а Кириллов снова на заднем бампере у Лачина. Прыгает машина Лачина, вот он ошибся с передачей, но за счет лучшего выхода и более мощного мотора снова вернул себе позицию Сергей Лачин. Тем временем Артем Ревков, город Кострома. Егор Колесов в попытке обогнать Гурьева так и не вышло. Тем временем запчасть какая-то катится от чего-то карта. Вот она катается по асфальту, что-то там у Колесова отвалилось. А может быть, у Гурьева. И вот доезжают наконец наши свободники. Юрий Иванович побежал поднимать резиночку. Так, Rotax Max Junior. У нас 8 пилотов. Первый ряд Егор Уваров, номер 75. Шутов Дмитрий, номер 88. Второй ряд Матвей Голубев, номер 3. И Арсений Остапов, номер 44. Третий ряд Александр Титов, 24. И Грошкова Ксения, номер 6. В четвертом ряду находится Осипов Иван, 99. И Андрей Ганин, номер 19. Он забыл поставить датчик на квалификацию. Шутов, Титов, Остапов, Осипов, Ганин и Грошкова. Голубев чуть лучше стартовал, прошел Шутова. То есть получается, он уже второй, Шутов третий. Собрал за собой и Ганина, и Грошкову, держит паровозик. А вот у лидеров по-прежнему Шутов атакует Голубева. Голубев у нас в прошлом этапе не участвовал, но это один из самых сильных пилотов в классе Rotax Max Senior. И тем паче интереснее посмотреть, как он сейчас будет бороться. Кругов дистанция заезда у юниоров сокращенная. Стане лидеров горяченная борьба, огненная просто. Ганин прошел Осипова и догоняет Титова. Лидеры тем временем по-прежнему статус-кво, но борьба не менее горячая. Егор Уваров лидирует, на пятки ему наседают Андрей Голубев и Дмитрий Шутов. Сейчас Андрей Ганин уже догоняет Остапова.
очень подъехал к Голубеву. И Голубев проходит Уварова. На последнем кругу Голубев проходит Уварова. Таким образом, Уваров второй, Шутов третий, Голубев первый, Остапов. Ганин так и не догнал Остапова. А Титова так и не догнал Осипов. Мини, супер мини, Ротакс Макс мини и класс ракет. Четыре отдельных класса в одном заезде. Но здесь у нас по два, по три человека в классе. Так, первый ряд стартовой решетки. Штатнов Тимофей, номер 76. Ярославль. Номер 96 Григоров Клементий из Иваново. Номер 14 Сергей Шканов из Владимира. Номер 7 Сапко Александр. Так, забыл сказать, что Штатнов это Ротакс Макс Мини. 96 Григоров это Супер Мини. Дальше Шканов с Ротакс Макс Мини. Далее Сапко Ротакс Макс Мини. Далее у нас Пугач Даниил, номер 19. Это Супер Мини. Номер 53 Староверх Андрей Ракет. Номер 11 Князев Даниил. Это Мини класс. Номер 95 Красноперова Алиса из Тулы. Это Мини. И номер 1 класс Ракет Марк Дмитриев Ярослав. Вот такой вот. Александр Сапко из Владимира. Что-то у него там то ли свечку залило, то ли что. Ну вот поехал, слава богу. Но чихает, пердит и показывает руками, что никуда он не едет. Юрий Иванович говорит, что один отстает. Соответственно, скорее всего... О, прогазовал, поехал. Все. Аллилуйя! Но нифига никуда он не поехал. По ходу дела в травку он поехал. Старта не будет. Все, механика бы надо убрать, конечно, с трассы. Тем временем уже все-таки выпустили Сапко. И еще на прогревочный... Штатнов, Шканов, Григоров, Староверов, Пугач, Красноперова, Князев и Дмитриев. Сапко все-таки едет. Но вот как для него будет старт происходить? Ну, скорее всего, вот сейчас начнется его гонка. Именно вот сейчас, когда он пересечет петлю телеметрии. Штатов Тимофей перешел у нас из Ротакс Макс Микро в Ротакс Макс Мини. Итак, Александр Сапко, и уже к нему подъезжает лидер заезда Тимофей Штатнов, за ним Сергей Шканов, Григоров Клементий, Андрей Староверов, Ракет, Даниил Пугач, Супер Мини, Красноперова Алиса, Мини, Даниил Князев, Мини и Марк Дмитриев, Ракет. На последний круг уходят лидеры. Они прошли давно Сапко, прошли Дмитриева Марка на круг. И трое лидеров, это Штатнов Тимофей, Шканов Сергей и Григоров Клементий, стремляются к последнему кругу своему. Пугач, Красноперова Алиса, Князев Даниил. Это
микропарилла. У нас здесь 5 участников. Все они нижегородские, Нижегородской области приехали и выступают. Вот Сергей Готовцев, идеолог из этого микродвижения. Вот. Итак, номер 14, Серова София. Номер 77, Поветкин Ярослав. Номер 5, Канаев Максим. Номер 55, Никита Галкин. И номер 8, Ильин Никита. Итак, старт у микробов у нас с места. Вот сейчас они все стоят, остановятся по стартовой решетке и смотрят на светофор. Юрий Иванович, как обычно, строевым шагом движется к светофору. Микробы в это время жгут свои муфты сцепления. Серова София уже притопила газ и погнали. Итак, Серова с Поветкин, Галкин, потом Канаев и Ильин. Жужжалки поехали по трассе. Дядя Сережа, на вас смотрит вся картинговая Россия. Наверное. Лидирует Соня Серова, звезда Инстаграма. Если вы не знали, можете подписаться на Инстаграм Софи Рейс. Потом едет у нас Поветкин Ярослав, Галкин Никита, Канаев Максим, который обходит Никиту Галкина. Вот такой обгон состоялся сейчас на ваших глазах, и Ильин Никита догоняет их всех. Таким образом, Канаев Максим вышел на третью позицию у нас, да, в микрозаезде. Соня Серова выступала по телевидению, не помню, как называлась передача, но многие ее смотрели. Смотрите-ка, Ильин прессует уже Галкина. Соня Серова оторвалась от ближайшего преследователя Поветкина просто на полкруга. Лидирует так безоговорочно, что может даже сбрасывать газ. Вот только сейчас подъезжает Поветкин. Далеко от него где-то едет Канаев. А вот борьба за четвертую позицию не шуточная. Там сплеснулись Ильин и Галкин, оба Никиты. Это борьба за четвертую позицию. Тем временем Соня Серова уже догнала обоих этих борцунов. Им показывают синий флаг, только кто кого пропускает. И пропускает Галкин все как Ильина. Вот так вот. Он не понял просто-напросто этого маневра. Он не думал, что здесь есть Серова. Он взял и пропустил Ильина. Ой, да. София Серова, номер 14, финиширует победителем заезда микропарилла. Никита Ильин и Никита Галкин, они круговые. Поветкин Ярослав второй и Канаев Максим третий. КЗ-2, 6 участников. Первый ряд Александр Савинов, 62. Бочков Владимир, номер 81. Второй ряд Ефимов Александр. Ефимов Александр, номер 95. Четвертая позиция Сергей Сударев, номер 800. Пятая позиция у Колесникова Дмитрия, номер 47. И 75-й Белов Евгений. Получается шестой. Бочков, Савинов, Ефимов,
Сударев, Белов и Колесников. Стартовал заезд. Первый раз, когда Дейтона здесь едет в составе класса КЗ-2. Как видите, из 6 участников строго по квалификационным временам мы едем третьими. Вот сейчас Савинов проходит Бочкова. И немножко не хватает, чтобы пройти Бочкова Ефимову. Тем временем и Сударев подъехал. Савинов лидирует, Бочков второй, Сударев третий, Ефимов четвертый, Белов пятый, а где Колесников? Шестой. Ефимов обошел Сударева на торможении. И Бочков теперь. Ефимов третий, Бочков второй. По-прежнему Бочков собрал паровозик. Савинов уехал. А Колесников расслабляется. Внутрь входит Бочков, Ефимов на торможение его проходит. Также Сударев борется с Бочковым. Сергей Сударев врезается в покрышки. Но вроде все путем. Заглох. Опасный момент, да, у Сереги. Заводит карт и двигает дальше. Итак, Савинов, Ефимов. Белов и Дмитрий Колесников. Сергей Сударев теперь его прошел, Савинов на круг из этого инцидента. Александр Савинов. Сергей Сударев уже получается на круг. Александр Ефимов. Владимир Бочков, Евгений Белов и Дмитрий Колесников. Белов прошел Бочкова. Такое ощущение, что тот его просто пропустил и подвинулся в повороте. Или может передачу перепутал, или что. Но в этот момент Белов его просто прошел. Таким образом, Белов на третьей позиции, Бочков на четвертой. Колесников пятый, Сударев шестой. Александр Савинов уходит на последний круг. Пропускает Сергей Сударев Александра Ефимова на круг. И Колесников пропускает их обоих на круг почему-то, хотя Колесников шел впереди Сударева теоретически. А может быть, нет, а проходил ли его Колесников, вот я не помню, если честно. Итак, Александр Савинов из Нерехты, класс КЗ-2, побеждает в первом заезде. Вторым следует Александр Ефимов. Город Ярославль, Дайтона, Нима, 190. Сергей Сударев на круг и Дмитрий Колесников. И вот Евгений Белов третий и Владимир Бочков четвертый.